На Кубани подготовка к пожароопасному периоду и паводкам началась еще зимой. Организованы учения и тренировки спасательных служб. С населением ведут профилактическую и разъяснительную работу. В случае необходимости к тушению лесных пожаров готовы привлечь около 24 тысяч человек и 2 тысячи единиц техники, включая 9 пожарных поездов и 2 вертолета. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов поручил чиновникам следить за ситуацией. Ну, паводковая ситуация у нас она под контролем, но ландшафтные лесные пожары, ситуация, конечно, требует особого внимания, особенно граничащие с лесным фондом. К возможным паводкам в крае готовятся не менее тщательно. Создана специальная группировка силы средств МЧС и службы «Кубань-Спас». Кроме этого, в 22 муниципалитетах модернизировали автоматизированную систему оповещения населения. Установлены 723 новые сирены, а на реках датчики, которые следят за уровнем воды. Информация с них поступает в муниципальные и краевые дежурные службы.